Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать в Нижнекамск на матч Мелбет первой лиги, 16-й тур. Поехали, давайте смотреть. Все, внимание на поле, яркий футбол нас с вами ждет. В этом нет у меня никаких сомнений. Нижнекамцы эту встречу начали, и сразу Енисей, еще одна атака. Нефтехимика, Уридия головой роскошно бил. Но, ну смотрим, газон скользкий. Я сказал, погода не самая удачная, и здесь, опа. Вот это момент, и здесь прощают сейчас уже красноярцы. Закончилась черная полоса, и сейчас очень активный здесь Ломакин! Прошу прощения, Антипин, конечно же! Не знаю, почему подумал про Ломакина, но Антипин! Положительный, как говорится, результат. Удар по воротам, и как же сейчас не попадает Ломакин! Вот это момент! Сохранять концентрацию. Здесь еще один момент. Окладников убегает. Удар. И штанга. Штанга сейчас спасает. По-моему, Сидиков свои заряжал сейчас просто. Это Москвичев. А вот сюда-то на штангу отлетает на дальнюю. Но удар не получается у Глушкова. Что будет делать? В ближний решил еще раз. Борьба за мяч. Глушков! 1-0. Ну что, додавил просто Глушков сейчас этот момент. Просто додавил его. Докрутил до конца. Кутик. Ой-ой-ой, вот тут опасно. И добивать надо. Удар! 1-1. Павел Котов сравнивает счет на табло. И здесь Денисов просто орет на своих партнеров. Быстрее туда, в центр. Бежать, продолжать надо. Котов. Назад. И звучит свисток. 1-1. 1-1 на табло. Завершается у нас битва между Нижнекамском и Красноярском.